Самым долгожданным событием Дня города для большинства жителей является выступление приезжих исполнителей и, конечно, фейерверк. 25 мая ивановцев пытались зажечь Алексей Глызин и группа «Мираж». Поздний вечер в Иванове выдался хотя и пасмурным, но теплым. Праздничный фейерверк порадовал горожан. Посмотреть зрелищное шоу ивановцы традиционно приходят всей семьей. В этом году конкурс фейерверков в областном центре был как никогда долгим. Красочные залпы пронзали небо на протяжении 25 минут. Впервые в этом году конкурс фейерверков оценивало профессиональное жюри. Если город обладает площадкой, которая отвечает всем требованиям безопасности и в то же время совмещает в себе возможность, ну скажем так, чтобы действие было увидено большим количеством зрителей, то со стороны нашей ассоциации мы готовы пригласить огромное количество команд. В ассоциацию входит более 100 производителей демонстраторов фейерверка. А каждая команда, в общем-то, считает за честь для себя принять участие в фестивале. Для простых обывателей существует только один критерий – нравится, не нравится. Профессиональное жюри предъявляет конкретные требования. Учитывается качество подбора пиротехнических изделий, равномерность заполнения пространства, синхронизация с музыкой, темп стрельбы. За первое место в этом году боролись 4 профессиональных команды пиротехников из Сыктывкара, Костромы, Казани и Москвы. Главный критерий, на мой взгляд, это слаженность, совпадение с музыкой, какая-то хореография. Потому что фейерверк смотрит не глазами, фейерверк смотрит и чувствует душой. И именно если пиротехник попал в ту тональность души, то, как правило, он выиграет. По традиции, по итогам фестиваля фейерверков был выбран лучший, по мнению ивановцев. Приз зрительских симпатий горожане отдали пиротехникам из Костромы. Победителем конкурса фейерверков стала команда из Казани «Огни большого праздника» за самое романтическое и гармоничное шоу. Любовь Почерникова, Андрей Симбоков, РТВ Иваново.